Арун, я просто прошу тебя даже на километр. Ну, значит, держись от меня подальше. Нет, я не испугалась. Я просто ненавижу, когда мне врут. Машинку вызывали? На Суворова? Ну да. А мне прислали смс-ку, что будет желтая Тойота. Да, так постоянно бывает. Водитель заказ отменил, вместо него автоматически прислали. А, ну, хорошо. Пристегнитесь, пожалуйста. А куда вы, Суворова же в другую сторону? Ты не должна была открывать конверт. Коллеги, бывшая жена, бывший преступник. Кстати, а где Колесник? Так Колесник же не бывший. Он настоящий. Такие сюда не ходят. С чего это у тебя такое хорошее настроение? Уже 10 утра, а мне его никто до сих пор не испортил. Чем не повод для хорошего настроения? Логично. Давай кофе. Спасибо, не ожидал. Как тебе это удалось? Кофе идеальной температуры. Ты же не знал, когда я приду. Видишь ли, Кирилл, хороший психолог всегда может предсказать поведение человека утром, потому как он вел себя вечер. А Таня просто из окна увидела, как ты тачку паркуешь. Предатель. Богдан, что с картой? С картой. Смотрите, в каждом административном районе была одна жертва киллера. Не больше. И в городе не было ни одного района, где не было бы жертвы. И вот это вот странно. Совпадение? Нет, не может быть. Может, но я в совпадение не верю. Возможно, это какая-то изощренная игра. А в это уже я не верю. Он был профессиональным киллером. Мы же его по стволу и вычислили. Значит, он был не такой профессионал? Был. Просто он любил очень дорогие игрушки. Ствол был редкий, навороченный. На него потом все отделение глазей бегало. А что за киллер? Что за дело? Пропала девочка, подросток. Давно пропала? Вчера вечером около полуночи. Женя, когда я пойду в школу? Мне ведь уже 7 лет. А ты что, хочешь в школу? Все дети туда ходят. Ну почему все? Не все. Слушай, кому вообще нужна эта школа? Там скучно, учителя зануды, дети постоянно друг на друга ругаются. Сдают кучу домашнего задания. Мама и папа говорили, что в школе интересно. Ну ладно, я подожду. Вот когда они за мной придут, тогда и школа тоже будет. Хорошо. Договорились. А когда они придут? Привет! Привет. Привет, садись завтракать. Нет, я не успею, мне бежать надо. Куда? Сегодня приходит новая партия. А, будь осторожней, пожалуйста. Да, ты собери все вещи к моему приходу. А Ульяна? Ну, она наконец-то пригодится. Я вчера убедился, что она все помнит. Даже номер домашнего телефона, прикинь. Так что она сдает босса. И мы с тобой далеко-далеко. Я пошел.
что ты хотела увидеть своих родителей. Скоро увидишь. Ура! Раз заметили, что Лиля ушла. Потом бросились ей звонить. Телефон отключен. Подняли на уши всех друзей, кого знали. Родственникам позвонили. Никто ничего. Нам нужно поговорить с вашей женой тоже. Попробуйте. Она так уже несколько часов сидит. Уверена, что случилось плохое. Лена, я очень хорошо знаю, как вам хочется сбежать от этого всего. Но вы должны вернуться, чтобы мы смогли найти Лилю. Я здесь. Спрашивайте. Постарайтесь вспомнить. Может быть, какое-то странное поведение, изменение во внешности, плохое настроение, плохие оценки, что-нибудь. Да нет, что вы, наоборот. Лили, знаете, всегда была такая тихая, скромная, а тут настроение прекрасное, и как будто крылья выросли. Оценки улучшились, мы с Костей даже рады, потому что выпускной класс. Крылья выросли. Она была влюблена? Не знаю, возможно, она нам не говорила. Господи, Костя! Она же нам ничего не рассказывала, Костя! Мы же про нее ничего не знаем! Как такая хрупкая девушка удерживает такого крокодила? Я никогда никого не удерживаю. Да? А если сбежит? От меня только идиот избегает. А Джек умный. Да? Ну, дают, а? Оценки хорошие, они не расслабились. А если ребенок ничего не рассказывает, значит, с ним все в порядке. Кирилл, не осуждай. Если людям в голову не приходят какие-то вещи, это не означает, что они плохие. Даже если эти вещи очевидны. Даш, это ее платок. Джек, ищи. В тачку села? Похоже. Здесь мимо. Богдан, пробей одну машинку. Ну, если машина частная, то дело гиблое. А если был вызов такси, сейчас я проверю адрес и примерное время пропажи девочки. Есть один вызов. Сбрасываю тебе номера. Отлично. Если еще и таксопарк найдешь, скинь координаты Колеснику. Пускай съездит, пообщается. Шеф, ну какой таксопарк? Ты что, в каменном веке живешь? Это онлайн-приложение. Там есть номер телефона водителя. Сбрасываю Даниле. Ну тогда разбирайтесь с таксистом, а мы с Таней съездим в школу, где Лили учится. Может, ноги растут именно оттуда. Ужасный класс. Я уже 100 раз пожалела, что взяла классное руководство. Вы считаете, что дети могут быть ужасны? Я так понимаю, у вас детей нет. А расскажите нам что-нибудь про Лилию. С кем она ссорилась, с кем дружила? Может быть, она как-то странно себя вела? Да они все ведут себя странно. Это же подростки.
Господи, скорее бы пенсия. А если вы так не хотите работать, какой смысл ждать пенсию? Что, простите? А хорошие ученики у вас есть в классе? Разве что Наташенька Кошевая. Она хорошая девочка и сама прекрасно учится, и других пытается подтянуть. Лили, с кем за партой сидит? Вроде она сидит. Потом к ней, кажется, Егор пересел. Вроде, кажется. Вы же классный руководитель. Вы о них все должны знать. Я должна их учить. Все. Сейчас перемена. Класс на улице. Можете сами выслушать их подростковые страшные истории. Если это все, я пойду. Если ты так детей ненавидишь, то что ты в школе работаешь? Если ты хочешь раскрыть дело, зачем ты так реагируешь на свидетеля? Почему ты ничего не рассказал полиции? Я рассказал все, что знал. Ты прекрасно знаешь, о чем я, Костя! Леля пропала точно не из-за этого. Ну да, согласен, это было непрофессионально. Но я действительно не понимаю, зачем ты работаешь с детьми, если ты их терпеть не можешь? Бедная девочка. Родителям до нее нет дела, учителям тоже. Вот такие вот обычные попадают во все неприятности. Привет, молодежь. Вы из 11 Б? А вы, собственно, кто? А мы, собственно, из полиции. Вчера ночью пропала ваша одноклассница, Лилия Соломина. Мы хотели бы задать несколько вопросов. Стой! Стой! А вы за ними не побежите? Это, видимо, Наташа. Видимо, да. Да не волнуйтесь вы. Вы знаете, мы несовершеннолетние, поэтому нас нельзя допрашивать без родителей. Стоять! Я ничего не знаю о Лиле. А ты куда побежал, спортсмен, а? Ты что, уроки перепутал? Решил, что сейчас физкультура? Тебя как зовут? Егор. Егор. Егор, ты меня не бойся, Егор. Я ж полицейский, у меня инстинкт такой. От меня убегают, я догоняю. Давай, дышись. И спокойно и внятно расскажи мне, почему испугался и побежал, и где сейчас находится Лиля? Ты умная девочка. Очень хорошо знаешь свои права. Молодец. Только мы никого не собирались допрашивать. Мы просто хотели поговорить. Мы хотим найти Лилию, если вы вдруг что-то знаете, это может помочь. Мы мало общаемся. У нас ведь экзамены скоро. Зубрим целыми днями. Видимся только в школе, но ничего такого не обсуждаем, что могло бы вас заинтересовать. Давай отойдем. Давай так. Я уверена, что ты говоришь неправду. Но что-то интересное точно было. Я же сказал, я не знаю. Я сам ее искал. Ну, мы с ней встречались. Ну, как встречались? Так, ничего серьезного. Пару раз целовались. Я же знаю, как вы работаете. Если я ее парень, то я виноват. Ну, конечно. Именно так мы работаем. И ты решил, что убежать от меня будет правильно? Согласен, это было тупо. Это да. Не знаю, что именно ты скрываешь. Может быть, это чей-то секрет или что-то подобное. Только я тебя очень прошу, пойми. Лилия может угрожать опасность. Ты ее подруга. Если передумаешь, позвони мне. А что будет с ним? А почему он убежал? Без понятия. Я буду ждать твоего звонка. Сейчас ты должен вспомнить. К
Когда вы с Лилей виделись в последний раз? И о чем вы с ней разговаривали? Вчера. С биологии вышли и пошли в парк. Про группы крови разговаривали. На генетике учим. Я стал считать, какие у родителей группы крови и какая у меня. А Лиля сказала, что ее удочерили. Так что генетика в ее случае не работает. Генетика? Какая... Какая полезная наука. Ну, тебя-то я и хотел. Прости, за это не в моем вкусе. Расслабься. Ты чего с отчетами там заходишь? А с какими отчетами? Я же тебя направил в отдел к Мельнику, чтобы ты следил. Не позволяет ли себе чего-нибудь он по отношению к Тане? А, ну так это не отчеты, это на доносы похоже. Да мне наплевать, как это называется. Я не филолог, давай рассказывай. Нечего рассказывать. Просто работаем. А когда нет работы? Не знаю, Олег. Вроде над каким-то старым делом сидят. Черт. Мы даже до сих пор не знаем, что это. Похищение. Или девочка сама сбежала. Возможно, и сама. Парень Лили сказал, что ее удочерили. Вот только почему ее родители нам об этом не рассказали? Хороший вопрос. Я нашел водилу такси, которое вызывали ночью по адресу пропавшей. Так водитель говорит, когда приехал, возле подъезда никого не было, и телефон заказчика не отвечал. Так, ладно. Данила, установи слежку за Наташей и глаз с нее не спускай. А мы с Таней едем к родителям Лили. Если она узнала об удочерении, то запросто могла сбежать сама. А мне что делать? А тебе? Ты сможешь найти биологических родителей девушки? Легко. Ну, или нелегко. Но я же у вас кто? Гений. Конь в пальто. Не сказали, потому что это не имеет значения. Да что вы говорите? А я тебе сразу сказала, что нужно все рассказать до конца. Вот именно поэтому и надо было молчать. Видишь, на что они теперь тратят время? Мы могли бы искать ребенка. Давайте, скажите теперь, что мы сами ее похитили. Мы вас не обвиняем. Просто это важная информация. Если Лили узнала о том, что вы не родные ее мама и папа, она могла... Она всегда знала, что мы не родные ее мама и папа. Мы никогда этого не скрывали. Алло, алло, это полиция. Срочно приезжайте, тут произошло убийство. Даня, ты в курсе, что ночь на дворе? Кто убит? Ну, я убит, 2 часа моего времени. Но нужно найти преступника и кинолог с собакой тоже очень. Я ложусь спать. Веселой ночи. Даш, алло. Как вы меня нашли? Удочерение было официально. Все данные есть в базе. Если бы вы не хотели, чтобы вас нашли, то надо было лучше стараться.
Мне как-то в голову не пришло. А вы мужу не расскажете? Какому мужу? Моему. Он не знал, что у меня уже были дети. Я не хочу, чтобы он узнал. Он меня убьет. Лиля не пыталась вас найти? Нет. Что, ни разу? Зачем это ей? У нее хорошая семья. Откуда вы знаете, какая у нее семья? Ну, я думаю, родной отец ее не обидит. То есть Константин, родной отец Лили? А он вам не сказал? Ну, неудивительно. Жена рядом была, да? Так вы мужу не расскажете? Это же ваша дочь. Она пропала, неизвестно, где она и что с ней. А вы мужа боитесь расстроить? У вас есть еще ко мне какие-нибудь вопросы? Уже нет. Тогда я пойду, у меня куча дел. Что за люди? Нет, я понимаю, когда ребенок приемный, и родители скрывают это от него, чтобы ребенок не страдал. Но когда наоборот? Это же твоя родная дочь. Зачем ты ей говоришь, что ее удочерили? Разные бывают ситуации. Это распространенная ошибка. Все примеряет на себя любимого. А может, наоборот? Иногда надо примерять на себя любимого. Вот представь, что ты киллер. И ты убиваешь по одному человеку из каждого района. Только по одному. Зачем? Понятия не имею. Может, это тестовое задание? Эта версия не подходит. Тогда бы он выбирал более легкие цели. А у него в жертвах не только обычные люди, но и менеджеры, полицейские, даже криминальный авторитет средней руки. Не надо думать, как киллер. Он всего лишь выполнял приказ. Надо думать, как тот, кто этот приказ отдавал. А куда мы едем? К маме и папе? Или опять переезжаем? Котик, собирай игрушки, складывай в рюкзачок. Угу. И Мишку надо взять. Ой, куклу на кухне забыла. Вот кукла. Давай. Зачем ты нам обоим морочилку? Что? 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 Ночь на дворе. Никого нет дома. Ты знал? Я не к тебе пришел. Где Лиля? Наташа, ее нет уже больше суток. Скажи, где она? Не понимаю, что ты в ней нашел. Она же обыкновенная. Даже некрасивая. Тебе не понять. Уходи, а? Егор, это твоя девушка. Ты и должен знать, где она. Я тут ни при чем. Это ты создала свой дурацкий клуб. Зачем? Чтобы самоутвердиться, окружила себя неудачниками, чтобы на их фоне казаться королевой? Неправда, я о них забочусь. Ага, заботиться. Особенно о Лиле. Егор, я попытаюсь ее найти. Ради тебя. Ты, кстати, тоже влипла. Тебя полиция пасет. Я видел машину возле твоего подъезда. Подожди. Там точно полицейские? У меня там дядя работает. Я ментов за километр узнаю.
Нет, спасибо, я сама. Таня, поздно уже. Если ты едешь к Олегу, то я могу отвезти тебя туда. Это, конечно, очень благородно, но я все-таки сама. Понял. Что с родителями девочки будем делать? Ее логику вообще понять не могу. Зачем отец врал? Нам нужно выспаться. А утром встретимся прямо там. Как скажешь. Всем пока. Богдан, ты спать собираешься? Да, да. Сейчас иду. На этот вопрос очень сложно ответить. А ты отчаянная. Не боишься? Нет, не боюсь. А чего не боишься? А у меня на вас есть тонны компромата, который я надежно спрятала. Так что если со мной или с моими людьми что-нибудь случится, где Лиля? Мелкая ты еще во взрослые игры играть. Лиля твоя сама виновата. Простое правило – не открывать конверты. И ты виновата. Не контролируешь своих людей. Ты плохой руководитель. Значит, ты нам больше не нужна. Григорьев, она у меня. Слышь, хату ее проверь. Она говорит, у нее там кое-что есть. Ну ты проверь. Если я начну ее спрашивать, она скажет мне даже то, чего не делала. Я поверить не могу, что ты скрыл от меня это, Костя! Почему? Почему? Потому что ты просто не помнишь своего состояния. Ты же на все реагировала скандалом. Когда выяснилось, что ты не можешь иметь детей, я предложил нанять суррогатную мать. И у тебя была истерика. Мол, это будет твой родной ребенок, а я буду всегда на втором месте. Было такое? Я думала, что в нашей семье никто никому не врет! Послушайте, это было очень давно, и сейчас это не имеет никакого значения. Я понимаю, вам так не кажется, но вы подумайте о Лиле. У нас сейчас другая задача. Нам нужно вернуть вашу дочь живой и невредимой. А потом выяснять, кто кому неправду сказал. Знаешь? Да, такие значки были у нескольких детей. А где Кирилл? Поехал еще раз к одноклассникам девочки. Ходим по кругу. Время идет, а идей по нулям, да? Что-то нашел? Ну, все, что пришло в голову. Больницы, морги, дорожные камеры, аэропорты. Никаких зацепок. Если у тебя какие-то проблемы с координацией движений, я могу посоветовать специальные упражнения. Я в жизни не поверю, что ты когда-нибудь делал какие-то упражнения. Не делал, но посоветовать могу. Слушай, я всю ночь не спал. Все караулил подругу этой одноклассницы. А она так и не вышла. Как это не вышло? Тебе что, непонятно во фразе «не вышло»? Даже в школу? Твою мать.
Говори, я сама. Да. Кирилл, говорить можешь? Да, говори. Тут такое дело, кошевая пропала, я не заметил, когда она вышла. Колесник, ты офонарил? Ты куда смотрел? Твою. Квартиру проверили? В квартире все чисто. Молодец. Значит так, иди к Синегорской и докладывай своим подвигом. Кирилл, она меня убьет. Ну, разумеется, она тебя убьет. А если не убьет, то это сделаю я. Идиот. Наташи сегодня не было. Я в курсе. Сегодня ночью она пропала. Мало того, что у Мельника только одно дело, и то он с ним не справляется. У них прямо из-под носа увели еще одну девочку. Может быть, отстранить Мельника от дела, пока весь класс не пропал? Кирилл, ты можешь объяснить, как это получилось? Могу. Это моя вина. Кирилл послал меня следить за девочкой, а я разок моргнул на полчасика. Ладно, Колесник, бывает. Я возьму это дело. У меня и так их 100, так что плюс-минус одно, я даже не почувствую разницы. Это не совпадение, пропажи очевидно связаны. Дело остается у Мельника. Но ты привлекаешь Бабича и его отдел. Чего ты орешь? Я думала, он тебя... Нет еще. Ты какого черта открыла пакет? Ты понимаешь, что нас теперь убьют? То есть ты втянула нас в это, а я осталась виновата? Я-то думаю, зачем тебе клуб этот нужен? Тайное задание, проверка? Конечно. Как же я тупанула, когда поверила твоим россказням. Ну, поздравляю, теперь-то ты можешь уйти, гордо хлопнув дверью. Что, я должна была просто молчать? Ты должна была просто отдать пакет. Ты понимаешь, ты потом могла отказаться. Ты же первый пакет передала, все было нормально. Я не идиотка. Я его тоже проверила. Там была бумага. Я подумала, что может быть и правда, просто проверка. Но второй пакет совсем иначе выглядел. Наташа, я с наркотиками ничего общего не хочу иметь. Ну хорошо, что ты у нас такая правильная. Это очень утешит твоих родителей, которые придут к тебе на могилку. Помоги мне что-то с ногой. Что? Теперь ты мне помоги, Наташа. Давай в школу и вези в отдел всех подростков, у которых на одежде есть этот значок. Пора их немного попугать. По душам они уже разговаривать не будут. Сколько можно повторять? Мы ничего не знаем. Да сколько нужно? Мы очень настойчивые. Наташа говорила, вы не можете допрашивать нас без родителей. И где ваша Наташа? Я задал вопрос. Или мне по-другому спросить? У меня был старший брат. Он не умел говорить «нет». И всегда делал то, что от него ждали другие. Из-за этого погиб. Прыгнул на спор в воду с горки и сломал шею. Мне до сих пор очень больно. Возможно, никакие принципы не стоят того, чтобы вашим близким было всю жизнь больно. Скажи ей. Наташка группу организовала. Ну, курьеров. Наркотики? Я понял. Наркотики. Дальше. А вы нас не посадите? Мы никого не сажаем. Сажает суд.
Дальше. Мы сами не продавали. Мы просто курьеры. Наташка передавала пакеты всегда в одном месте, в одно время. Около метро. И все. Мы просто отвозили, ничего не делали. И что, вам так просто давали наркотики? Нет, это испытание было. Наташка давала пакет и говорила перевозить с точки А в точку Б. Но пакет нельзя было открывать. Кто не любопытный, попадал в клуб. А первый раз там просто бумага была. Ну, мы уже потом узнали. Присмотри. Я теперь понял, почему она невзрачных выбирала. Они не подозрительные. Ни один патруль внимания не обратит. А значки и таинственность повышали школьную статусность у курьеров. Лиля, я не могу! Давай! Паша! Бросай! Есть, нашел. Где? Вот, станция метро, возле которой Наташа передавала пакеты своим курьерам. Вряд ли она их привозила туда сама. Видимо, где получала, там и передавала. Ну вот, я решил проверить. Отлично. Номер видно, звоню патрульным. Не-не, не надо. Тачка навороченная, новая. GPS, навигация, интернетом. Я уже отследил ее. Ну тогда диктуй адрес. Супермен. Далеко собрались? Я ему говорила. У меня есть компромат на вас. Вас все равно все узнают. Вот это. Ты же умная девочка. Фотографируешь хорошо. Только у тебя все равно ничего не вышло. А вы все равно не сможете нас убить. У меня есть исходники фоток на Винчестере. Вот этот? Лилька, прости меня, пожалуйста. Ну что, попрощались? Ты какую валить будешь, левую или правую? А шеф где? Неважно, он приказ отдал. Ну я тогда левую. Я тогда правую. А зачем ты второго уложил? Двумя отморозками меньше. Или это был твой друг? Что? Идиот. Можешь вспомнить человека, который тебя украл? Нет, он всегда скрывал лицо. Я сфотографировала нескольких других, но они сожгли фотографии. Спасибо вам большое. Вы не только Лили жизнь спасли, вы и мне ее спасли. Я просто не представляю, как бы я смогла жить, потеряв Лилю. Спасибо вам. Смогли бы, только это была бы уже не жизнь. Нет никакого жить дальше. Ты сказала, нет никакого жить дальше? Я сказала правду. Сейчас очень важно. Вспомни какую-нибудь примету. Может быть, голос, что-нибудь еще. Нет, я ударила его очень сильно.
Может, он умер. Может, он там до сих пор лежит. Хорошо. Да нет, менты. Черт. Голова раскалывается. Мне бы полежать, правда. Тём, слушай, ну... Давай, может, таблетку или к врачу? Нет. Я просто полежу. Жалко, что наш отъезд звездой накрылся. Ничего, полежу, все нормально будет, правда. Сейчас. В общем, я посмотрел дело, которым занимаются Таня и Кирилл. Это дело Петрова. В общем, того киллера, которого пристрелили, когда Мельник привез его на обмен. Ясно. В общем, Олег, это было в последний раз. Я больше не буду ни за кем шпионить. Я так не могу, даже ради карьеры. Я думал, мы друзья. Ну да, друзья. Пиво вместе попить, на футбол, по бабам сходить, я с радостью. Но стучать — это не мое, прости. Где они сейчас? Все в кабинете торчат. Старина, ну ты упертый, как мельник. У вас много общего. Ты знаешь, что у меня в кобуре заряженный пистолет? Лучше просто уйди. А я думал, мы друзья. Все-таки в голове не укладывается. Как же так? Ребята, школьники из нормальных семей обеспечивали наркотиками целый район. Точно. Что? Смотри. Один район. В каждом районе один куратор. Наркоторговцы сильно не парились, придумывая свои собственные зоны торговли. Они просто используют административное деление города по районам. Вот что делал Петров. Устранял наркосеть. Именно. Так, нам нужны все дела, связанные с наркотиками, которые велись полтора года назад. Хоть какая-то зацепка. Ты не голодная? Если ты не собираешься домой, я могу привезти тебе сюда что-нибудь поесть. Бабич, во-первых, надо стучаться, во-вторых, мы заняты. Ну, доступа к базе у нас все равно нет. Тех, кто мог бы ее предоставить, тоже нет. Давай лучше завтра.